Так, друзья, продолжаем плести нашу корзинку. Вторая часть, это вот сейчас поставляем стоечки. Я плетем веревочкой, будем делать стенки корзинки. Стойки, установка стоек и стенки корзинки. Вот это вот будет у нас во второй части. Итак, вставляем стойки. Так, вставляю стойки слева от стоек донышка. Слева. Помогаем шилом. Так. Так. Слева. Так, это легко у нас вошло. Так. Видишь, как хорошо заходит. Так, слева. Есть. Слева от стойки. Есть. Тут справа поставлю. Потому что большое расстояние. Вот здесь, наверное, надо справа. Потому что расстояние большое. Так. Вот каждой стоечке донышко мы ставили стойку, которая будет стенкой. Теперь вот эти прутики, они будут опираться на стойку. Вот так. Поэтому эта обрезация должна вот так. Продолжаем вставлять стоечки. Теперь нам надо ставить в стойки вторые. Вот здесь на повороте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут будет по две стойки. Вот так. Так, здесь будет по две стойки. И вставляем. И здесь. Так, есть. Так. Так.
Есть. Теперь надо вот это вот все стойки заплести веревочкой. Так, веревочка будет 5 прутиков. Чтобы веревочка была по всему кругу примерно одинаковой толщины, ставим 3 прутика кумлем, 3 прутика маковкой. То есть 3 толстых, 3 тонких, чередуем их, и в итоге у нас должно примерно получиться одинаковое. Так, и веревочку надо плести тоже против часовой стрелки. Или начать вот отсюда. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Так, прутик вставили и плетем через 3 за 2. Через 3 за 2. Теперь второй. Через 3. Раз, два, три. За 2. Следующий. Раз, два, три. За 2. Тоненький. Раз, два, три. За 2. Следующий. Раз, два, три. Три. И за 2. Раз, два, три. За 2. Раз, два, три. За 2. Раз, два, три. Вот веревочка. Сейчас все обрежем. И у нас вырисуется картинка. Так, есть. Есть. Надо обрезать на стоечке. На стоечке. Вот у нас получилось дно корзины. Веревочка. Теперь надо поднять стойки. Поднять стойки. Накалывать не будем, это рискованно.
Вот так вот будем поднимать их. По одной. Теперь надо это стоечки вот тут собрать, поднять стоечки, поднять вот сюда, так вот сюда, вот. Так, примерно. Сейчас начнем заплетать стенки. Так, продолжаем. Начнем послойку. Тоже ее начнем чуть-чуть не так, как обычно. Начнем ее. Концы будут не вовнутрь, а наружу. И мы начнем ее вот так. За две. Потом через две. И за третье. И вот сюда. Вот. Вот таким образом. Что с этого получится, мы увидим уже в завершении корзины. Так, выводим две вовнутрь, две снаружи. И за третье. При этом нужно сейчас особенно проконтролировать стойки, чтобы они были ровные и с определенным, с нужным наклоном. Так. Чтобы они стояли ровно, с нужным наклоном. Так. За две. Через две и за третье. Так. Следующее. Следующее. За две. Так. Стоечка. Через две. За третье. Стойки ровно. Наклон есть. Так, еще. Через две. За две. За две. За две. Вот стойку выравнивать надо. За две. Наклон. И. Так. За две. Через две. И.
Еще две у нас. Так, вот все вставили по кругу. И теперь можно плести дальше по кругу. При этом продолжаем контролировать стойки. Их наклон, вертикальность. Ну, все, с любого места начинаем. Продолжаем плести стенки корзинки. Однообразная работа. Ничем не выделяется. Постепенно стеночки корзины поднимаются. И она уже приобретает какие-то формы. Так, первая послоечка у нас проплелась. Теперь нужна веревочку. Веревочку сделаем тоже беленькую. Так. 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 Так.
веревочка. Веревочка получилась. Вторая часть послойного плетения. Эти вплетаем. И еще вот так нужно поднять. Я думаю, пусть будет поглубже корзинка. Так. Откуда начнем? Откуда начать? С произвольного места начнем. Так, вот ставили по кругу, за каждую стойку ставили отдельный прутик, который будет заплетаться. Так, нужно подготовить, где будет ручка, и вставить. Так, ну вот здесь вот у нас центральная, да, проходит. И здесь вставить две палочки. Ну и так, далее продолжаем, пока не поднимем мы так. Так, послойку, я думаю, завершили достаточно такой высоты. Еще будет веревочка, чуть края может поднять. Достаточно, я думаю, обрезаем. Так. Две одной по одной по одной.
Раз, два, три. За третье. Ну вот, небольшой подъемчик сделали. Сейчас веревочку нужно проплести вот такую вот. Белую веревочку, чтобы закрепить эти прутики. Ну вот, друзья, закончили мы стенки. Получилась вот такая вот красивая корзинка. Вот такой глубины. Вот. Осталось, что загнуть стойки и сделать ручку. Но это уже мы увидим в следующем видео. А пока спасибо за внимание. Всем пока. Итак, ждем окончания третьей части.